Всем привет! С вами опять наш любимый попугай Шурочка, и дрессировка продолжается. Это уже вторая наша дрессировка. Иди ко мне. Вот он уже очень охотно идет на руку, он уже знает, что он за это получит. Да, мой мальчик? Да. Теперь давай. Сейчас я заныкаю. Нет, 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 я заныкаю эту вкусняшку. Давай, ты будешь... Иди сюда. Молодец. Откусывай маленький кусочек. Маленький, не будь жадным мальчиком. Жадных мальчиков никто не любит. Умничка. Так. Оп. Теперь сюда. Иди сюда. Давай. Иди сюда. Мы даем ему небольшое движение рукой и приглашаем. Приглашаем. Не надо чистить тебе не клюв. Смотри, что здесь есть. Иди сюда. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Молодец. Кушай, кушай. Кушай, кушай, мой хороший, кушай. Какой кус манище отхватил. Большими я кусочками порезала, надо меньше. Конечно, друзья, чем меньше кусочки, тем дольше будет происходить весь процесс. А еще разочек. Давай, иди сюда. Молодец. В будущем, когда мы закрепим хорошо этот материал, он будет перелетать с руки на руку, уже, возможно, даже без вкусняшки. Пока что приходится ложить кусочек яблочка с руки на руку, для того, чтобы у него стимул, так сказать, был. Теперь давайте попробуем пригласить его на руку без яблочка.